самого серьезного внимания требуют и другие направления. Среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную Думу. В каждом случае надо требовать полного восстановления закона и нарушенных прав, действовать твердо, принципиально. Полномочий и компетенции для этого у вас достаточно. Отмечу, что, учитывая выполнение прокуратурой важнейших функций по обеспечению прав, законных интересов граждан и государства, ее конституционно-правовой статус в прошлом году был значительно усилен. В том числе закреплены ключевые полномочия по надзору за соблюдением Конституции и исполнением законов. Установлен новый порядок назначения руководящего состава ведомства. Повышены гарантии независимости и прозрачности работы прокуратуры. Уверен, эти новации позволят вам эффективнее решать поставленные задачи, добиваться главного, чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона.